Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Наталья. Сегодня я готовлю торт тирамису с клубникой. Готовлю кофе, в котором я буду пропитывать печенье савоярди. В кофе я добавляю немножко сахара. Теперь каждое печенье я пропитываю в кофе и выкладываю первый слой моего торта. Теперь нужно подготовить клубнику. Бортики формы я выкладываю клубникой, которую я режу на две части. Вот таким образом, чтобы получилось красиво. Теперь я выкладываю слой взбитых сливок. Снова слой печенья савоярди, пропитанных в кофе. Как ароматно пахнет кофе! Будет вкусный тортик! Теперь снова сливки. И клубничка сверху. Теперь на клубнику снова слой савоярди, пропитанных в кофе. И снова сливки. Получится вкусный торт. Теперь белый шоколад. Я его натерла на крупной терке. И сверху торта я выкладываю клубничку. Из оставшихся сливок я делаю вот такое украшение сверху торта. Все, тортик готов. Бон аппетито!